Скажите, пожалуйста, каким образом Китай относится к таможенному союзу? Ведь мы же конкурируем за одну сферу влияния. Это не мешает сотрудничеству Китая с этими странами. Конечно, возникают вопросы и у китайцев, и у всех членов таможенного союза, как все это будет дальше развиваться. Но если это и конкуренция, то это и конкуренция чисто в экономической области. И в ней ничего нет страшного. Мы все конкурируем и внутри Москвы, и внутри района. И компании конкурируют, и там фирмы там и так далее. Поэтому это никакая не некоторые люди пытаются это принести какую-то геополитическую борьбу между Россией и Китаем за этот регион. Китайцы не собираются нас оттуда вытеснять, и они не могут это сделать и не смогут это сделать. И повторяю, не хотят этого делать. Не хотят, потому что они знают, что не могут, не смогут, раз. Не хотят, потому что они наши партнеры и понимают, что мы должны там играть решающую роль, если все хотят, чтобы там был мир. Мы видим, как мир хрупок, да? Сегодня все прекрасно в Египте, потом в следующий день кошмар там творится. Теперь Украина уже совсем рядом. И вот трогать эти регионы, устраивать там опять борьбу по типу 19 века, которая может кончиться плачевно для всех. Мы уже с Афганистаном видим, что творится, и не знаем, что дальше с ним делать. Еще не хватало Центральной Азии. Поэтому они очень осторожно относятся к этому и понимают, что этот регион неотделим от России, что там слишком много русских, слишком у нас сильные там исторически сложившиеся позиции. И если оттуда уйдет Россия, неизвестно, чем это кончится для всех с точки зрения там возрастания экстремизма, развала, хаоса там, и т.п. и т.д. конфликтов между государствами, которые... Поэтому китайцы, повторяю, очень осторожно, аккуратно, все это признавая, там действуют. Но в экономической области, ну, если у них лучше получается, естественно, у них лучше получается с экономикой вообще, если посмотреть на мировой рынок, они, американцы уже теснят отовсюду. Это, конечно, не вызывает там восторгов у многих из нас. Ну, что ж, жизнь есть жизнь.